Ну что ж, здорово, народ. С вами снова я, Макс. Приветствую всех в 2020 году, в году крысы. И сегодняшняя моя поделка – это крыса. Очередная поделка, которая уже отправилась в детский садик. И поспела она, конечно, в свой срок. Так как материал на ролик был уже отснят, выкладываю я именно в этом году. Так как подготовка к Новому году шла полным ходом, и было мне не до этого – были праздники, предпраздничные там дни. Я, как говорится, этот ролик не стал делать как новогодний выпуск, каким-то там специальным или особенным, как многие делают и любят делать под Новый год. У меня мое творчество идет без каких-либо привязок там к датам, и, а тем более к праздникам. Так как мой подарок детскому садику попал к ним в срок, к условию они, конечно, поставили очень интересные. Значит, первое условие – это поделка должна быть елочная игрушка. И второе условие, она должна быть высотой не менее 20 сантиметров. Я подумал, что можно вообще сделать такого, а бы кое-что не хотелось лепить. В принципе, вы понимаете, там из говна и палок. А тут еще год крыс, и все мои знакомые хотели вот заполучить такую же крысу, которую я им описывал. Но так как я немного рукожопый, я же любитель, а любителю многие вещи простительны, то я по поводу рукожопости, это я по поводу работы с гипсом, они, мои знакомые, остались немножечко в обломе. Но я не расстраиваюсь и обязательно вернусь к вопросу правильной заливки гипсовой формы. Я тут с лету, конечно, посмотрел ролики на YouTube и помчался готовиться, приготавливать ингредиенты, хотел делать все прям тут на ходу. Так, что хочется сказать по поводу моей поделки в детский сад. Есть два нюанса, и очень они плохие. Я не успеваю в срок сделать поделку. Наверное, придется другую делать. Но из-за чего? Я заметил, значит, такой косяк. Не знаю, со стороны меня это однозначно косяк есть. Значит, какой он, в чем он заключается? В том, что я проспал немножечко с погрузкой мыши в гипсовую форму. То есть я залил, какое-то время подождал, палочкой помешивал. Думаю, глянь, вот только начало схватываться. Схватываться она начала, начал погружать, уши разлетелись. То есть сначала надо было ее погрузить, а потом уже заливать гипсом. Это раз. Во-вторых, у меня много элементов, вот форма разлетелась она, много элементов, которые попадали в пустоты. Ну, то есть вот рука вот так вот, она пролилась, а когда начинал вынимать, она вот это вот все рвало. Лапки, вот, хвост, сейчас еще даже не вынимал вот эту часть хвоста, где хвост находится. Вот, сейчас посмотрю. Из-за чего? До сих пор, вот прошло уже четверо суток, вот четверо суток прошло, вот сейчас даже поближе приближу. Вот смотрите, силикон должен был застыть. Есть еще, а он вот жидкий. Я нажимаю, проминается все вот так. Блин, блин. Вот он играет еще. Вот. Еще играет. Вот. Из-за чего, да, слой толстый, но за этот период времени он должен был банально уже застыть, окаменеть. Не знаю, что буду делать. Сейчас попробую мышь эту слепить так, из пластилина, не знаю, может быть, чисто сверху буду полигонечку гипсом вот так накладывать маленькими дозами как-то. Ну, надо мне сделать в любом случае подарок какой-то в детский садик. И я не знаю, что сейчас искать, уже 26-е накануне, вот, сдача подарка, но я пока еще, значит, рукожопый в этом плане. Не научился. Пока у меня, значит, нет опыта в этом, в этой литейке, так скажем, из гипсовых форм. Ну, уши разлетелись, нос ушел вниз, все это криво. Она, даже если бы и получилась, она была бы кривая. То есть, очень некрасивая. Из-за этого мне придется, наверное, я не знаю, что-то переделать, что-то придумать, чтобы сделать новую. Здесь вот вроде он засох, силикон. Здесь. А вот здесь вот до сих пор в некоторых местах вот лапки, где так и не так он и не засох. Вот, здесь прям еще мягкие. Ну сколько, извините, меня прошло времени, уже пора бы. Ладно, по этому поводу вот такой у меня брак. Такой вот брак
Где у меня нос? Нос, вот он, от нее. То есть примерно это должно выглядеть вот так. Кривая мышь без носа. Буду пробовать. Опыт надо получать, один хрен. Все, с этим надо разбираться. Ну, попробую что-нибудь поэкспериментировать, сделать по-другому. Ладно, покажу, что потом получится. Короче, что-то у меня ни хрена не получается с этими гипсовыми формами. Либо я пока не въезжаю, как правильно делать. Вот сейчас опять снял слепки, да, которыми я обмазывал. Ну, все, блин, пооткололось у меня к хренам. Вот. Хочется, чтобы было нормально все, бочина. Но это опять из 50 кусков будет состоять. Наверное, что-то я неправильно делаю. Может быть, я все-таки лоханул с тем, что не смазал. Сейчас, короче, что я решил? Так как время очень ограничено остается, сроки, я, наверное, буду ее, сделаю тупо каркас из проволоки. Каркас из проволоки мыши сделаю и залью гипсом. И придется шлифовать вручную, завтра весь день буду тратить на то, чтобы заделать эту поделку. Потому что других вариантов я не вижу, как-то вот. Ну, вот сейчас вот сделаю форму этой мыши из проволоки и начну уже потом это все делать. Но этого увидите. Ну что ж, будем корячиться. Ну, как говорится, что-то пошло не так. Это потом, конечно, я сел, начал изучать вопрос более внимательно и понял там целую кучу ошибок, которые я допустил. Но у меня время шло, и изделие надо было предоставлять вовремя. Я, конечно, выкрутился из ситуации путем различных экспериментов, это вы увидите в ролике. Все у меня получилось, но немного меня не устроило качество изделия. Хотелось бы детально проработать модель, но время, оно беспощадно, господа, поджимает постоянно, возможностей уже меньше становится, и пришлось как-то выкручиваться. Получилось немного, так сказать, у меня мышь как сумасшедшая. С выпученными глазами. Брови я немножко не доделал, потому что это детализация, не доработал. Не успел. Но, в принципе, что есть, то есть, как говорится. Дело сделано. Все условия соблюдены. Я получил свой опыт и делюсь своим опытом и изделием с вами. Хотел добавить на нее еще какие-нибудь там бусы, там денежки, не знаю. Типа мышь такая ворюга. Добавил собственный хвост в лапки и оставил на этом. Фантазия разыгралась, а время не оставалось. Короче, вот мое творение. И если кто-нибудь будет повторять что-то подобное, как говорится, вот такая база есть, от которой можете отталкиваться. Но остальное зависит от вашей фантазии. Можете сделать мышь, там, не знаю, в разных формах. Там, не знаю, в кошельке или в несколько мышей сделать там с разными предметами. Я думаю, вам подскажут ваши фантазии и воображение. Ну, а я, в принципе, прощаюсь с вами ровно до следующего ролика. Так сказать, до следующей моей поделки. Удачи вам в творчестве и успехов. Ну и пока. Смотрите дальше меня.
Получилось, значит, у меня вот такая мышь. Не получилось силиконом залить. Вот. Получилось именно сделать вручную. С помощью небольшого кусочка проволоки. Вот. Мелкой проволоки. И крупной проволоки сделал каркас и залил. Значит, постепенно, ну, как на ролике видно, постепенно залил гипсом. Вот, все это выравнивал потом вручную, конечно, как видно. Получилась вот такая мышь. Осталось ее что? Разукрасить. В принципе, можно относить ее как поделку в детский сад. Не знаю, как елочная игрушка она будет висеть. Выдержит ли ее ветка. Можно здесь вкрутить петельку, поставить промеж ушей. Для того, чтобы повесить ее. Ну, такая она пока тяжеловатенькая. Сейчас все оставлю высыхать и уже потом буду доделывать ее до конца, это в покраску запускать. Немножко, может быть, шлифанул, немножко шлифовал тут, но высохло только нос, вообще капитально высох нос. Остальное все еще пока полувлажное. Вот надо оставлять ее высыхать, чтобы она побелела, вот нос белый у нее, остальное все такое еще немножко влажноватое. В принципе, она готова, по большому счету. Осталось тут немножечко действий по отношению к ней. Ну, так как говорю, сроки поджимают, и из говна и палок вот соорудил вот такую коляску. Все, что вы видите вот здесь, это вот у меня остаток с этой мыши. То есть что-то вот оставалось, где я замешивал, но я замешивал маленькими дозами. Кусочки вот отлетали большие, а все остальное мелкое с помощью лезвия, ну и ножа такого кухонного и небольшого ножичка я соскребал все, то есть приводил ее в порядок, чтобы она была, ну, гладенькая, не шершавая, убирал лишнее, так сказать. Вот такая получилась. Дальше смотрите, что будет в конце.